Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Показывает сейчас состав команды хозяин. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Будет с первых минут на поле у гостей. И здесь выбрана та же атакующая тактика с одним форвардом. Кажется, нас ждет упорная борьба за мяч в центре поля. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Показывает сейчас состав команды хозяин. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Будет с первых минут на поле у гостей. И здесь выбрана та же атакующая тактика с одним форвардом. Кажется, нас ждет упорная борьба за мяч в центре поля. Показывает сейчас состав команды хозяин. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Говорит и показывается Лестер. Это прямой репортаж со стадиона King Power. Установили огромный брезентовый тент и надували его в случае особенно сильных заморозков. Так что холодно бывает и в Англии. Причем футболисты под этой самой гигантской палаткой спокойно продолжали тренироваться. Сейчас, конечно, таких проблем у Лестера нет. Газон на современном King Power просто отмена. Пол команды обыграл, ничего себе! И удар! По мячу попал, а вот по воротам